Сегодня в администрации заместитель главы муниципалитета Олег Сотник провел очередное совещание с подрядчиками. Благоустройство, в том числе и дворовых территорий, на финишной прямой. Практически полностью закончены работы по трем адресам. От исполнителей требуют соблюдения сроков и качества. Такие требования Министерства транспорта, что если где-то что-то не проходит, обязан подрядчик сделать, вырубить карту 10/10 и заменить весь слой асфальта. В стадии завершения монтаж электросетевого хозяйства архитектурно-художественной подсветки. Работы ведутся на нескольких объектах. В соборе Николы Белого, в Введенском Владычном женском монастыре и в администрации. Реконструкция моста на Оборонной идет с опережением графика. Подрядчики перешли к финальному этапу. Сейчас на объекте идет благоустройство прилегающих территорий. Мост откроют уже в этом году.